Мост после ремонта все равно покроется трещинами. Такое заключение сделали специалисты Российской академии транспорта. В частности, по словам Андрея Кочеткова, доктора технических наук, ремонтные работы на сооружении проводятся без соблюдения норм, установленных федеральными законами. А потому через 2 года конструкция покроется глубокими продольными и поперечными трещинами. Кроме того, в соответствии с проектом, толщина дорожного полотна не должна превышать 70 мм, хотя областные чиновники говорили о толщине асфальта в 15 см. Это создает перегрузку конструкции на 6 тонн. Мост, правда, не упадет, успокаивают специалисты, однако сразу после сдачи объекта его снова придется закрывать, а это, по мнению инженеров, двойная работа. Нам удалось связаться с экспертом, и он пояснил, что не раз говорил специалистам профильного министерства о ситуации, однако Василий Разделкин явно не хочет слышать о нарушениях. Мы будем следить за ситуацией и уже в ближайших выпусках расскажем о том, как ведется ремонт вразрез с действующим законодательством.